всю свою жизнь занимались тем, чему учились. Вот что закончили, как закончили институт, профессия, как работали после института, профессия, как работали уже в Хабаровске, профессия, как работали, создав предприятие, профессия. Это была профессия всего одна. Мы занимались электрикой. Компания «Энергоимпульс» специализируется на производстве и монтаже электрооборудования класса 0435 кВт с использованием передовых технологий и современных решений. Сегодняшний «Энергоимпульс» занимается в основном, конечно, производством. А в том числе производством с использованием зарубежных комплектующих. Среди наших плюсов то, что у нас высокая техническая компетенция, умение работать не только с отечественным или китайским оборудованием, но и с оборудованием западных компаний. Schneider Electric, Siemens, ABB, Legrand и другие. Производственный цех компании «Энергоимпульс» – это поистине сердце предприятия, место, где рождается пульс всего огромного организма. За один год здесь производится более 10 тысяч единиц различного энергетического оборудования, которое развозится практически по всему Дальнему Востоку и добирается даже до Сибири. Именно в цехе «Энергоимпульса» рождается авторитет компании, доверие клиентов и партнеров. У нас есть все необходимое для того, чтобы эта работа была успешной. И собственная производственная база, и накопленный опыт, и сильные специалисты, все необходимые разрешительные документы. Любое производство, любой жилой дом использует нашу продукцию. Наша особенность в том, что мы работаем с заказчиком напрямую и пытаемся его удовлетворить по всем возникающим вопросам, проблемам. Как правило, у нас типовых заказов мало, а вот мы выпускаем в основном штучное оборудование. Поэтому иногда встречаются проблемы, то есть как что сделать, потому что щитки почти все разные. И приходится все это дело решать на месте. «Энергоимпульс» запроектировала и смонтировала модульную подстанцию современного типа. Просчитан был каждый проводок, нагрузка каждого проводка на линии самого-самого тоненького. Заявленная мощность нами оборудования составляла 5 мегаватт. И сегодня, взяв показания, мы видим, что мы потребляем 2 мегаватта, а не 5. То есть, по факту, мы можем пристегнуть еще один такой же завод к этой же трансформаторной подстанции. Начиналась она в кооперативном гараже на Павленково. Собирали старое оборудование. А потом уже переехали в 2000 году, мы сюда переехали. Восстановили эти здания, построили свои новые здания. Все цеха, которые существуют у нас, есть вот вся территория, здесь же ничего не было. Был маленький старенький цех на месте Форкама. И вот на моих глазах все это выросло. Были простой шлюпки. Простой шлюпки. А сейчас огромный крейсер. У нас всегда сохранялся вот первый коллектив, который был, он как бы сохранялся, и он постоянно прирастал. Вот он прирастал, он увеличивался. У нас на данный момент уже больше 100 человек работает. У нас прекрасные цеха. Мы отстраиваем свое производство все-таки по западным меркам, пытаемся отстроить. 20 лет – более чем солидный возраст для любого российского частного предприятия. За два десятилетия поменялось очень многое. Поменялась страна, поменялись люди, далеко вперед шагнули технологии. Компания «Энергоимпульс» тоже не стояла на месте. Усложнялась ее производственная база, увеличивалось число работников, осваивалась новая продукция и новые рынки. Неизменными в компании остались только ее ценности и стремление к развитию.
гарантия не на словах, да, а гарантия на деле. Что вот оно, стоит живой, да, вот Platinum Arena, сколько лет уже стоит. Все работает, никаких проблем. Вот это самое основное. Одним из знаковых проектов для нашей компании является многолетнее сотрудничество с водоканалом города Хабаровска по строительству объектов Тунгусского водозабора. Это действительно мощный проект, и мы очень рады. Это просто участвовать в этом проекте, значит войти в историю. Довольно много оборудования у нас продается во Владивосток, на Сахалин, на Камчатку. И люди действительно видят в этом преимущество, потому что они видят, как выглядит установленное несколько лет назад оборудование. География поставок оборудования компании охватывает практически весь Дальневосточный федеральный округ. В число клиентов «Энергоимпульс» за 20 лет работы вошли ведущие компании самых различных сфер деятельности. «Энергоимпульс» — это хороший, прочный фундамент, на котором действительно можно что-то строить и не бояться, что то, что ты построил, рухнет. С недавнего времени производство и установка энергооборудования перестали быть единственным направлением деятельности компании. Сегодня «Энергоимпульс» воплощает в жизнь сразу несколько бизнес-идей. Например, активно внедряет ветрогенерацию, выпускает ПВХ-панели и ДПК-изделия под торговой маркой «Флора», а также реализует проект особо крупного масштаба. Организовав на своей территории индустриальный парк «Авангард» и добившись его включения в территории, опережающей экономическо-социальное развитие. Хочется со временем застроить всю площадь. Вот есть здесь 50 гектаров. И создать здесь, мы его назвали парком «Авангард», технопарк «Авангард». Совместно с японской стороной на территории парка создана компания JGC Evergreen, которая будет выращивать несколько видов овощей в специально возведенных для этого теплицах. Последние два года мы анализировали рынок, рассматривая различные варианты сотрудничества с компаниями из Хабаровска и Владивостока. Но именно «Энергоимпульс» в лице генерального директора показались нам тем партнером, которому можно доверять. Теплицы – это только первый шаг на самом деле. Под теплицы мы тянем газ. Газ – это энергия. Энергия – это не просто тепло, это еще может быть и свет, это может быть и другие составляющие. Есть просто люди, которые приходят с ними и говорят, не для того, чтобы осуществить ее, нужна площадь, нужны какие-то коммуникации. Мы будем эти вещи предоставлять. «Энергоимпульс». Все только начинается.